du Wasser? Jawohl, ihr halt. Aber beeile dich. Es gibt so viele Diversanten hier. Natürlich.
Я наношу. Минутку повременить, я хочу проверить. Лейтенант Седых. Я. Посмотрите-ка у себя, квадрат 19-5, 45 метров северо-западнее отдельного дерева. Что там у вас помечено? Подбитый танк. Окопанный и превращенный в неподвижную огневую точку. А откуда это известно? По донесению разведки. Правильно, верно. Моя разведка то же самое доносит. И все-таки минуточку повремените. Егор. Я, товарищ капитан. Что там у вас за подбитый немецкий танк, квадрат 19-5? Лично видели? Так точно. Туда шли, видел, и на обратном пути видел. На том же самом месте стоит. Так что, они превратили его в неподвижную огневую точку? Так точно. Неподвижную огневую точку. Откуда это известно? Они вокруг него проводят земляные работы. Окапывают? Так точно, окапывают. Потому что они хотят его вывезти. Никак нет. Они к нему, когда мы там были, на «Опеле» боеприпасы подвезли. Хорошо. Так я наношу. Угу. Коня! Проверьте. У меня 9-16. А у вас? 9-14. Зайцев, точное время. Фиалка, я Сосна, точное время. Ясно. 9:14, товарищ капитан. Твоя взяла. Капитан, приказ по полку о наступлении. Когда? 9:45. Сигнал, две зеленых ракеты. Разрешите идти? Идите. Седых. Слышали? Так точно. НП здесь. Связь между мной и огневиками телефонная. При движении вперед провод наращивать без малейшей задержки. От пехоты не отрываться. Задача ясна? Так точно. Действуйте. Слушаюсь. Товарищ капитан, так как же все-таки прикажете поступить с мальчиком? С каким мальчиком? А, да. Где он находится? У разведчиков. Очухался малый. Да как будто. Ну, что он рассказывает? Да много чего говорит. Вот сержант Егоров лучше знает. Ну, что там у вас с мальчиком, рассказывайте. Разрешите идти? Идите. Да дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову, мать убили. Бабка с младшей сестренкой померли с голоду. Остался один. Ну, пошел побираться. Почитай, 2 года болтался, в лесах прятался. Все хотел линию фронта перейти, да фронт тогда далеко был. Одичал совсем. Злой стал, но настоящий волчонок. И сколько ему лет? Ну, на вид 12-13. Изголодался, отощал. Одна кожа до кости. 12. Еще мы у него нашли книжку. Зачем тебе книжка, спрашиваем? А он говорит, чтоб грамоте не разучиться. И что, хороший паренек? Хороший мальчишка. Сообразительный такой, смышленный. Как его зовут? Ваня. И фамилия такая подходящая, Солнцев. Ну так вот что. Надо будет его отправить в тыл. Жалко, товарищ капитан. То есть как это жалко? Почему жалко? А куда он денется в тылу-то? У него же там никого родных, круглый сирота, пропадет. Не пропадет. Есть специальные дома для сирот. Ну да, конечно, так-то, но так. Ну что, что, что? Я говорю, так оно, конечно, так. А все-таки это, как бы сказать-то,
Да мы хотели его уже у себя оставить, при взводе. А чего, шустрый, сообразительный паренек, прирожденный разведчик. Ну уж это вы фантазируете. Никак нет, товарищ капитан. Очень смышленный паренек. На местности ориентируется все равно, как взрослый разведчик. А потом он сам просится. Сам просится. Мало ли, что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Это все-таки человек, живая душа. А если с ним что-нибудь случится? Бывает, что на войне и подстрелить могут. Так ведь, Егоров? Так, точно, товарищ капитан. Ну вот и все. Ну так что, разрешите идти? Идите. Ничего не смущайся. Ешь волю. Еще захочешь, мы тебя подбросим. У нас насчет харчей. Дело крепко поставлено. Много благодарен, много вами доволен. Сиди, Ваня. Еще хочешь? Нет, сыт. Ну, мы тебе котелочек положим. А, пастушок, для нас это ничего не составляет. Меня уже не лезет. Ну, не хочешь, как хочешь. Воля твоя. У нас такое правило. Мы никого насильно не заставляем. Ну, Вань, как тебе показался наш харч? Хороший харч. Верно, хороший. Вот такого харча во всей дивизии не найдешь. Знаменитый харч. Ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. И не пропадешь. Ну, будешь держаться? Буду. Верно. А мы тебя в баньке помоем. Патлы твои подстрижем. Обмундирование тебе сладим, чтоб у тебя был надлежащий воинский вид. А в разведку меня, дяденька, брать будете? Ну что ж, и в разведку будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика. Я, дяденька, маленький, всюду пролезу. Я здесь каждый кустик знаю. Вот это вот и дело. А из автомата меня палить научите? Ну, придет время. Научим. Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть. Это стрельнешь. За этим не станет. Главное тебя поставить на полное воинское довольствие. Как это? Очень просто. Капитан Инакиев дает приказ с такого числа зачислить. Вот с этого дня ты и начинаешь получать довольствие. Вещевое, приварок, денежное. Понятно? А ты куда это собрался? Посуду мыть. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть. Вообще-то правильно приказывала. Вот так вот и в армии. На воинской службе швейцаров нету. А сейчас будем чай пить. Верно? Ты чай уважаешь? Уважаю. Ну и правильно делаешь. У нас в армии так положено, как покушали, сейчас же чай пить. Без этого нельзя. Пьем, конечно, накладку. Мы с этим не считаемся. А я в прикуску. Ну как, нравится? Ребенок ведь. Дяденька, а сейчас кто кого побеждает? Мы немца или немец нас? Голова. Ты бы верно сбегал.
Чалдон к радистам узнал, что там слышно. Ну, чего ты надулся, як сич на погоду? Беги, дай узнай. Я вчера бегал. Беденко. Я. Собирайся. Куда? Командир батареи приказал отправить мальчика в тыл. Так что доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пускай он отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено. На тебе. Капитан Янакиев распорядился. Жалко, такой шустрый парнишка. Ну, жалко, а не положено. Все. Стал быть так. Не тужи, пастушок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Ну, прощай. Слушайте, не везите меня! Не надо! Приказано. Денька Егоров, товарищ сержант, не велите меня отправлять! Не положено, пастушок. Ну, я у вас буду жить! Понимаешь, пастушок, не положено. Котелки не положено. Чистить. Не положено, пастушок. Что ж делать? Буду носить, буду. Беденко, слышь, сдашь пацана, нас здесь не ищи. Уйдем дальше. Не положено, пастушок. Что ж делать? Денька Егоров, не везите меня. Ну, Беденко, ты чего, а? Не приказывайте меня отправлять. Ну, ты чего, Беденко, готов? Готов. Ну, так бери пацана и отправляйся. Я буду котелки чистить. Там сейчас чистить. Подменного пункта. Пятитонка со стрельными гильзами уходит, еще застанете. Ну, ступай. Ступай, пастушок, не положено. А я не поеду. Ишь ты, не поеду. Какой злющий. Посажу тебя в машину и повезу. А я все равно убегу. Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Пойдем-ка лучше я тебя мою перед дорогой. Не трожь, я сам! Долго ждать не будем. А долго ждать не придется.
то голубе, и я тебя иссапаю. Да смотри, у меня больше не балуй, потому что не родился еще такой человек, который убежал бы от ефрейтора Беденко. Так ты себе это и запомни. А ну, слазь! Хватит, дружок. Погулял в лесу и будет. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще такой человек, который бы от меня ушел. Так ты себе это и запомни. Что же вы меня не нашли? Я тебя нашел. Хм, вы меня по компасу искали. И все равно у вас ничего не получилось. Хм. Потому что я вас перехитрил. А я вас без компаса. В каком хотите лесу? За полчаса нашел бы. Хоть днем, хоть ночью. Ну, браток, это ты лишку хватил. Не верите? Давайте спорить. Буду я спорить. Молод еще. Иди. Ну, хорошо. Давайте испытаем так, без споров. Вы завяжете мне глаза и уйдете в лес. А я минут через пяток буду вас искать. И не найдешь. А вот найду. Никогда. Испытаем. А ну, давай. Ни почем не найдешь. Постой, что же это получается? Я от тебя в лес уйду, а ты от меня убежишь? Нет, милок, больно ты хитер, как я на тебя посмотрю. Шагай! Боитесь, что уйду? Ничего я не боюсь, просто болтаешь ты много. У меня уже голова от тебя болит. Хм, да вы не бойтесь, деденька. Я от вас все равно уйду. Вот уйду. Хоть веревку вы меня к себе привяжите, все равно уйду. А что ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдешь. Это я так, проверка линии.
концу. Ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Но зато в шинели 6 дырок. И в каске вот такая вмятина с кулак. Здорово! Здорово, Вась! Ты чего ж где? Больше суток пропадал, а? Ну как, мальца ты доставил? Давай, садись к самому чаю. Аккуратно. А мы нынче в резерве гуляем, вот. Давай, раздевайся, грейся. Слушай, чего там новенького в штабе фронта? Немцы еще мир не запросили? Ну давай, садись, закуривай. Так может закуришь? А вот. Пошло оно все к черту. Че это ты? Вась! А, Вась! А, так на каске. Вот такая вмятина. Понимаешь ты? На правом сапоге каблук начисто оторвало. Вот бывает же такая чепуха. А на теле, как на смех. Ни одной царапины. Бывает. Когда мы под Борисовым форсировали Березину, у нас во взводе у сержанта Теткина осколком поясной ремень порезала. А его самого даже не тронуло. Бывает. Кузьма, а, Кузьма? Чего? А где же сержант? Егоров посты проверяет. Пойди, скоро вернется. А? Грозился к чаю поспеть. А ты чё маешься? А? Понимаешь, какая петрушка получилась? Право не знаю, как и докладывать сержанту Егорову. А чё? Не выполнил приказание. Как так? Так, не довез малого до штаба фронта. Да ты шутишь? Точно говорю, ушел. Кто ушел? Да малый этот, Ваня. Пастушок. Стало быть, сбежал по дороге. Да? Сбежал. От тебя? Угу. Как же ты сплоховал-то, Вась? А? О, ну погоди, Егоров придет, он тебе... Даст-дразда. Даст. Как же это получилось-то? Так и получилось. Сбежал и все. Вот тебе лихой разведчик. Похвастался от меня, говорит, еще никто не уходил, а мальчишка, ты сбежал, вот тебе, Ваня. Вот тебе пастушок. Так. Толковый хлопец. Это видать, что толковый. Раз такого профессора-то
объегорил. Нет, ты, Вася, рассказывай путем. Убежал и убежал. Чего тут рассказывать? Да нет, ты все-таки докладывай. Мы все равно дознаемся. Пошло оно все к черту. Ну, дела. Откуда пришел? Сам ступай, не твой лес. А вот мой. Как? А вот так. Здесь наше подразделение. Какое еще подразделение? Тебе не касается. Видишь наши куклы? А ты кто такой? Знаки различия понимаешь? Понимаю. Ну так вот, ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно? Да, ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов? А вот представь себе ефрейтор. Видал? Великое дело. Великая не великая, а медаль за боевые заслуги. Ну, стал бы ступать, откуда пришел. Я больно модничаю, а то сам получишь. От кого? От меня. Больно молод. Не моложе твоего. Тебе сколько лет? Тебе не касается, тебе? 14. А какой же ты солдат? Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии. Толкуй, не положено. Че не положено? Больно молод. Постарше себе. Все равно не положено, таких не берут. А вот меня взяли. Как же тебя взяли? А вот так и взяли. И на довольствие зачислили? Зачислили. Заливаешь. Не имею такой привычки. Побожись. Честная гвардейская. На все виды довольствия зачислили. На все виды. И оружие дали. А как же? Дал мою шашечку. Знатный брат клинок, златоустовский. Да ты что, у меня еще бурочка есть. Бурочка что надо, на красоту. Но я ее только в бою надеваю, а сейчас она за мной в обозе ездит. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом сказали, не положено. Я один раз даже не в палатке спал, у разведчика. Ну стало бы ты мне показался, раз они тебя за сына принять не захотели. Как за сына? За какого? Ну, известно за какого, за сына полка. А без этого не положено. А ты сын? Я сын. Я, братец-то мой, наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Меня брат сам майор Вознесенский на свою фамилию зачислил, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский. И служу при майоре Вознесенском связным. Он меня даже один раз с собой в рейд брал. Там наши казачки большой шум в тылу фашистов наделали. Мы больше, чем 150 нарубали. И ты рубал? Не, я не рубал. Но у меня тогда шашки не было. Я тогда вместе с пулеметом на тачанке ехал. Ну что, почистил? Почистил. Давай-ка сюда. Откуда пришел? Прощай, брат. Прощай.
хлопчик, отойди. Здесь посторонним стоять не положено. А я не посторонний. А кто же ты? Я свой. Какой свой? Советский. Мало что советский. Говорю, не положено. Стало быть, не положено. Проходи своей дорогой. А здесь денег что? А что бы ни было. Мне к начальнику надо. Какому начальнику? Самому главному. Ничего не знаю, проходи. Пустите, дяденька, ну что вам стоит? Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится. Не видишь, я на посту. Дяденька, вы начальник. Куда? Ступай. А вы, дяденька, со мной не разговариваете. Вы меня пропустите к начальнику, и ладно. Ха, видишь ты, какой шустрый. Нету здесь никакого начальника. Ступай. А вот неправда ваша, есть начальник. А ты почем знаешь? Сразу видно. Дом крепкий, лошади под седлами стоят. Самовар понесли, часовой. Все-то он видит. Уж больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю. Ну, пустите, дяденька. Слушай, я сейчас дам свисток. Вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберет. Куда заберет? Куда надо. Кому говорят, отойди не положено. Вот тебе и весь сказ. Дяденька, разрешите обратиться? Что ж, обратись. Дяденька, а вы начальник? Ну, командир, а что? А вы над кем командир? Над батареей командир. Над солдатами своими командир, над пушками тоже. А над офицерами вы тоже командир? Ну, это смотря над какими. Над своими, например, тоже командир. А над капитанами вы командир? Нет, над капитаном я не командир. Ну, я думаю, вы над капитаном не командир. А зачем тебе это? Надо. Ну, а все-таки? Если вы над капитаном не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, надо такого командира, который мог всем капитанам приказывать. А что ж такое надо всем капитанам приказывать? Интересно даже. Всем капитанам не надо. Одному только надо. Кому именно? Енакиеву, капитану. Что же это за капитан такой? Он, дяденька, над разведчиками командует. Что не велит, они все исполняют. Он у них самый старший. Над какими разведчиками? Известно какими. Артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ой, дяденька, сердитый же этот капитан. Прямо беда. Ну, а ты когда-нибудь видел этого сердитого капитана? Тут и дело, что не видел. А он тебя когда-нибудь видел? И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отправить и коменданту сдать. Постой, погоди. Как тебя звать-то? Меня-то Ваня. Просто Ваня? Ваня Солнце. Пастушок. Верно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почем знаете? Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка ты мне, друг любезный, как ты здесь оказался, если капитан Енакиев тебя приказал в тыл отправить? А я убежал. Так сразу взял и убежал? Нет, не сразу. Я сначала убежал, да он меня нашел. А потом уж я так убежал, что он меня уж и не нашел. А кто это он? Дяденька Беденко, ефрейтор, разведчик их не может, знаете? Слыхал. Что-то мне не верится, чтоб ты мог от Беденко убежать. Не такой он человек. А? Ты, наверное, сочиняешь, голубь. Никак нет. Ничего не сочиняю. Истинная правда. Слышь, Соболев? Так точно, слышу. Может это быть, чтобы пацан сбежал от Беденко? Да никогда в жизни. От Беденко ни один взрослый не убежит. Не то, что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за выражение, просто малость загибает. Да с места не сойти! От Беденко, от профессор. Еще я тут одного видел. У него тоже родителей нет. Его кавалеристы к себе приняли за сына. Он у них теперь сын полка. Он говорит, я-то своим показался. А ты, говорит, своим не показался. Вот они тебя и отослали.
Только это врет он, дяденька, будто я своим не показался. Я-то своим показался. Они меня жалели, только ничего не могли сделать против капитана Енакиева. Что ж, выходит, ты всем показался, и только капитану Енакиеву не показался. Да, дяденька, всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу не видел. А как может судить о человеке, которого ни разу не видел? А как бы он меня разок посмотрел, так может быть и я ему показался. Верно, дяденька? Ты так думаешь? Ну что ж, посмотрим. Ты в ночное с ребятами когда-нибудь ездил? Как не ездил? Ездил, дяденька. А ну-ка, Соболев, бери его к себе. Слушаюсь. Давай к разведчикам. Нет, сильно! Товарищ капитан, отделение разведчиков находится на отдыхе. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Докладывает ефрейтор Беденко. Здравствуйте, артиллеристы. Здравия желаем, товарищ капитан! Стало быть, никаких происшествий не случилось. Что же вы молчите? Разрешите доложить, товарищ капитан. А нечего докладывать. Хорош у меня разведчик, которого пацан вокруг пальца обвел. Товарищ капитан, если бы это обыкновенный хлопчик, а то настоящий бес, право слова. Парень хоть куда. Самостоятельный, товарищ капитан. Мы бы из него разведчика сделали. Да видно, не судьба. А жалко? Жалко, не жалко. Он в тылу не пропадет, верно? Верно. А если правду сказать, то жалко. У него душа настоящая. Армейская, воинская. Это сразу видать. Хотя вам виднее, товарищ капитан. Ну а вы что молчите? Как вам, мальчик показался? Хороший парень, товарищ капитан. Ну, ладно. Только знаете, это вам не игрушка, а живая душа. Эй, Соболев! Давай сюда мальчишку! Получаете своего пастушонка. Пусть пока здесь поживет, там увидим. Пастушок. Друг ты мой, сердечный. Одну минутку. Ну, парень, докладывай, откуда ты взялся? Где тебя черти носили? И как тебя нашел капитан Енакиев? Который капитан Енакиев? Тот самый, который тебя к нам привел. Так это был капитан Енакиев? Он самый. Батюшки. А ты не знал? Откуда ж я знал? Если б я знал, как бы только догадывался. Дяденька Беденко, это правда был тот самый капитан Енакиев? Разумеется. Командир батареи? Ты не крути, точно. Самый он. Нет, дяденька Беденко, неправда ваша. Вася, 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 не надо. Да пусти ты меня! Успокойся. Я с тобой еще поговорю. Напугал ты нас. Держись. Was machst du hier in der Nacht? Du Schurke!
Warum schweißt du, du Scheiße gewesen? Antworte! Ой, дяденька, не бейте, я коня своего искал. На село нашел, целый день, целую ночь мотался, заплутал. Ух, холера, погибели на тебе нету. Ой, дяденька, пустите меня. Меня мамка дома дожидается. Geh zum Teufel, Trottel. Nimm den Krepier in den Haus, ich hab. Und bummele nachts nicht, sonst knallen wir die Glatte mit der Haufen. Мы уже его тут дожидаемся. 5:32. Считай, больше 3 часов ждем. Слышь, Вась. Чего? А они как его там немцы захватили? Да не каркай, наблюдай. Наблюдаю. Там, Кузьма? Чё там спрашиваю? Лошадь. Наша? Кажись, наша. За кусты зашла. Вот-то. Идиот. Хвостом махает. Точно, Серко. Да что ты говоришь? Так и есть. Ну, стало быть... Сейчас и пастушок появится. Я же говорил, а ты каркал. Устал малый, видать, притомился. Сейчас покажется, небось. Давай в часть.
пробирайся, толково. Карту несешь. На тебя как? На каменную гору. Доложи командиру обстановку. И про Ваню тоже. Понятно? Понятно. Действуй. Счастливо, Василий. Счастливо, Кузьма. Подойди сюда, мальчик. И отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я тебя буду спрашивать, а ты мне будешь отвечать. Не так ли? Договорились? Я ничего не знаю. Что вы от меня хотите? Я коня своего искал, а вас не трогал. Целый день, целую ночь мотался. Заблудился. Сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Ну-ну, не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились. Но мы хотим знать, кто ты такой? Откуда? Где твои родители? Отец, матушка? Я сирота. Бедный ребенок. Твои родители умерли, да? Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили. Да-да. Но такова война. Ну, не стоит огорчаться. Тут ничего не поделаешь. Сейчас везде много сирот. Но ты не горюй. Мы поместим тебя в детский дом, в хороший детский дом, а потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ведь ты этого хочешь, не так ли? Aber hören Sie auf, Frau Müller. Ich muss doch wissen, von wo der Schuf das Kompass bekommen hat. Und wer befahl ihm, die Auskünfte von unserer Verteidigung zu liefern? Ein Moment, Herr Major. Sie kennen diese litauischen Kindes nicht, aber ich kenne sie sehr gut. Sie können sich auf mich verlassen. Zuerst werde ich in seine Seele durchdringen, sein Vertrauen gewinnen, und dann erzählt mir alles. Ich habe 10 Jahre dieses Volk studiert. Зачем взяли мальчика? За проводника, товарищ капитан. Он тут каждый кустик знает. Шел впереди. Дорогу показывал. Мы за ним. А кто приказал? Виноваты, товарищ капитан. Места тут труднопроходимые. Болото. К тому же он сам напросился. Здесь война. Война, а не прогулка по парку. Если с ним что-нибудь случилось. Обоих под трибунал. Слушаюсь. Итак, кто дал тебе компас? Никто. А как же он к тебе попал? Нашел. Так, ну хорошо. Допустим, ты говоришь правду. Я тебе верю. В таком случае отвечай. Кто тебя научил делать такие прекрасные рисунки? Не понимаю, про что вы меня спрашиваете. Подойди сюда. Ну, подойди сюда поближе. Я же тебя не бью, не бойся. Кому принадлежит эта книга? Чего принадлежит? Про что вы меня спрашиваете, не пойму. Чья это книга? Книга-то? Да, книга! Моя. А кто в ней рисовал?
Чего рисовал? Слушай, мальчик, ты не прикидывайся. Кто тебя научил делать эту схему? Которую схему? Не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь, днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Ну-ка, иди сюда. Кто это рисовал? Кто это рисовал? Говори! Кто тебя научил это делать? Кто? Открой рот, сию же минуту я тебе приказываю. Открой рот! Открой рот, я тебе говорю. Открой рот. Открой рот и покажи язык. Весь язык лиловый. Ну вот, теперь мы знаем. Итак, мальчик, отвечай. Кто тебя научил делать эти топографические схемы? Где они скрываются, эти люди? Как их найти? Ты получишь 3 опытных провожатых и покажешь нам дорогу. Ну говори же! Не скажу. Говори! Намакай ваш нос. Я следующий прощаю. Thank you.
Thank you.